Добрый день, дорогие друзья! Фестиваль «Книги России на Красной площади» – это знаковое событие в год литературы. Это говорит о том, что книга в нашей стране приобретает все большую и большую значимость. И поэтому в России неуклонно возрождается культура чтения и неистребимое желание разговора читателя с писателем. Чтение в нашей стране – это не просто развлечение. Это, если хотите, черта национального характера. И я приглашаю всех на встречу 27 июня в 9 часов вечера. Встретиться для меня с читателями – это не просто праздник. Это и мое вдохновение. До встречи, ваш Михаил Самарский.